А вот вы по, ну, так вот, по какой-то там, ну, психомоторике, так вот, ну, человеку, который вас не знает, как я, не кажетесь прям вот режиссером-режиссером, то есть человеком, который может надавить и заставить. Это обманчивое, да, впечатление? Да, обманчивое. То есть вы когда жесткий надо, человек. Все в порядке. Ага. Сейчас я в студии вот сижу, смотрю на кошечку. Но, в принципе, когда надо, иначе, ну, все должны быть подчинены твоей воле на площадке. Иначе будет бардак, если тебе не верят, все рассыпется. Ну, в смысле, я не истерик, но порядок должен быть. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».